приветствую всех. Недавно в Ютубе видел ролик, как один человек подключил свою портативную консоль к монитору. У него вот есть такой портативный игровой монитор от компании Arzopa. Один гейминг вроде называется он. Вот. И есть такая портативная консоль MIUI Mini. И сейчас я вместе с вами попробую подключить. Я еще это ни разу не делал, поэтому вместе сейчас попробуем, посмотрим, подключится или нет. И второй момент, я попробую подключить к MIUI Mini разные геймпады. У меня есть геймпады от Xbox и геймпады от PlayStation 5, PlayStation 4 и китайские геймпады. Попробуем все их проверить, будет ли работать или нет. Ну, давайте начнем. Начали с подключения монитора. Так, монитор у нас включен. Так, Type-C 2 написано. Ну, давайте попробуем. Включим сейчас консоль и попробуем подключить. Здесь разъем у нас Type-C. И здесь также Type-C. Надеюсь, заработает. Пока ничего нет. Ну-ка еще раз. Так, ставилось до конца. Сейчас попробую настройки поменять здесь. Так, HDMI написано, да? Нам нужен не HDMI, а порт 1 нужен. Нет, к сожалению, не показывает. К сожалению, нет. Если какую-нибудь игру включить, но сигнал пишет. Допустим, пусть будет Рыбаков. Попробую сейчас настройки еще раз посмотреть. Другой вход Type-C 2. Так, ну у меня еще есть такой кабель. Сейчас попробую через второй кабель попробую подключить. Жаль, конечно, не подходит. Нет, не получается. Так, ну теперь так попробуем подключить геймпад. Так, пока на паузу нажму. Так, ну, продолжим видео. И сейчас начнем подключение. Консоль. Первый, значит, попробуем подключить геймпад от Series S X. Так, и все. Включаем. Никак не реагирует. Так, ладно. Следующий геймпад у нас от PlayStation 5. Включился.
Также нужны курятся. Так, сейчас попробуем включить. PlayStation 4. Тут другой кабель нужно переходить. Так, вот такой переходник с Type-C на USB. Так, это оригинальный геймпад от PlayStation 4. Также он ничего не реагирует. Теперь попробуем подключить китайскую копию геймпада от PlayStation 4. Также не очень реагирует. Ладно. И теперь попробуем подключить такой же китайский геймпад для Xbox. Это проводной геймпад. Также через переходник. Постой. Он должен включаться, он дать питание не хватает. Так, ну ладно, пока запись прекращаю, сейчас попробую через RetroArch запустить. Если получится, то будет продолжение этого видео. Ну что, ребят, пытался подключить разные геймпады, вот эти все. И так напрямую, и через RetroArch, но... Так ничего не получилось. Подключал от PlayStation 5, от Xbox Series. Такой геймпад, который тоже к Xbox подходит. Потом PlayStation 4, оригинал, китайскую копию. И вот такой геймсеровский геймпад, который для разных консолей. Также не получилось. Может, я что-то делал неправильно, поэтому если кто-то знает, как подключить геймпад к этой консоли, напишите в комментариях. Вот пока мне не удалось. Я буду смотреть в интернете еще разные способы подключения. Но пока, к сожалению, не получилось. А так было бы, конечно, интересно подключить геймпад и поиграть уже через геймпад. Ну все, ребята, всем счастливо.